Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и это начало моей партии «За Россию» Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm в сетевой партии на восьмерых на карте Континенты. Все остальное, по-моему, у нас там случайное, так что вот мне случайно выпала Россия на самом деле, а какие цивилизации у других, узнаем по ходу партии. Но вначале я хотел бы поблагодарить спонсоров и меценатов канала. А напоминаю, что они, то бишь спонсоры, видят все серии сразу во вкладке «Сообщество». То, что они в это сложное время продолжают меня поддерживать, и вообще, именно благодаря вот этой функции спонсорства, мне и хочется выкладывать видео так много и в таком объеме, то есть это меня в некотором смысле дисциплинирует. Итак, во-первых, спасибо меценатам, это один из уровней спонсорства, Роману Семину, Листату Джей Джей и Кириллу Калмыкову. А во-вторых, людям, которые являются спонсорами уже больше года, Павел Малык, Дивинорум, Константин Романюк, Шмаль, Астила Серебро, Лайн Эльвинг, Либойер, Андрей Попов, Павел Макаров, Александр Белов, Трифиленков Дмитрий, Николай Ивашов, Даниэл 49, Риндуил, Ксения Курыч, Даниэл Асадулин, Мистер Лехоне, надеюсь, правильно прочитал, Дима Васютин, Константин Атисков, Владислав Потапов, Олег Графов, Александр Вырвич, Владимир Школка, Антон Чернышов, Федор Пинчук, Линкс, Вальдемар Кучевский, Алекс Филиппов, Stranger in Game, Hey Dog Hawk, Артем Чалков, Александр Устинов, German Democratic Republic, это такой ник у человека, Игорь Андреянов, Алексей Глебичук, Евгений Ганин, Андрей Парфенов, Нобулу, Артем, просто Артем, Евгений Чапайкин, Евгений Мевик, Павел Мальков, Илья Татарченко, Бруник, Михаил Сморж и Алексей Морозов. То есть они стали спонсорами еще до того, как я стал выкладывать ФФА сериалы только для спонсоров, просто потому что им мой канал нравится и они хотели меня поддержать. И с тех пор целый год, даже, ну, многие больше года, намного больше года, я зачитал только тех, у кого точно есть год, они со мной, это значит, что и для них канал в некотором смысле стал чем-то родным, и они постоянно ждут от меня видео, и я поэтому вдохновляюсь ими, тем, что мои видео им нужны, и стараюсь как могу. Понятно, что я делаю видео не только для спонсоров, но поверьте, если бы не было этой функции, на канале видео было бы намного-намного меньше. Так что спасибо им, спасибо новым спонсорам. Ну а теперь к самой игре. Напоминаю, не стоит писать в комментариях бессодержательные спойлеры и уж тем более оскорбления участников партии. Участникам партии, наверное. Партия получилась, как всегда, интересной и необычной. Приятного вам просмотра. Ну то есть мне лавры надо, идти в лавры, брать... Пантеон на тундру. Идти у нас какое тут место офигительное. В принципе, я думаю, можно никуда не ходить. Сразу ставим тут. Куда мне лучше пойти посмотреть? Тут все равно изгиб реки. Наверное, я вот так смогу пройти. Давай. Или лучше сюда. Давайте сюда пойду. О, сразу руинка. Так, ну в любом случае мы начинаем с разведчиков. Вот мне не нравится только, что у меня только одна клетка пока на еду здесь. А остальные клетки без производства на еду. Ну да ладно. Ну, в астрономию пока рано. Давайте животноводство начнем. Ну, в принципе, за Россию... Ну, посмотрите, вот какая тут гавань будет на... На плюс 5, что ли? То есть тут у нас гавань. Не знаю, стоит ли здесь делать... Но вот тут будет акведук. Понятно. В будущем. Вот здесь дамба. То есть предварительно здесь получается у нас производственная площадь. Но опять же еще непонятно, где у нас будут лошади. Ну где же лошади, железо, они тоже могут повлиять. Вот не очень нравится мне тут с едой. Я смотрю, вирус на радиочеление не влияет. Радиоавтономное отчеление.
тундры мне вот маловато здесь кажется. Вот тут внизу, видите, она будет. Ну что, давайте используем эти читы на расставление меток, чтобы посмотреть, где мы находимся. Она карту так открывает. А, слушайте, так все, я тут внизу. Ага. И уже понятно, что я с юга. Не совсем типичное расположение для России, да? Ну, я не хочу дальше, ладно, смотреть. Тут как бы мне понятно, что внизу тут никого не будет у меня. Если чё. Так, руинки я буду брать скаутом. Потому что стоит у нас мод, который скаутом нормально добавляет. Так, что по ресурсам? Мне не нравится только, что у меня всего лишь один нефрит рядом со столицей. Пока я больше ресурсов не вижу. Так, я, наверное, сейчас прыгну сюда на холм, потом сюда пойду. Это руинка для первого скаута остается. Это у нас Чукотское море. Хм, кстати, прикольно, да. Угу. Ну вот тут где-то на реке можно будет город ставить явно. Но тут, правда, ресурсов вот вроде изобильное, типа, начало, да, а ресурсов... Здесь особо не видно. Ну, пантеон я первый явно возьму, если, конечно, кто-то там в руинке не найдет, но очень сомневаюсь. Мне бы, конечно, еще и артемидку попробовать. С другой стороны, не, хотя еда есть, вот здесь рыбы на еду нормально пойдут. Тридцать веры в руинке. Да, да. Бери, что хочу, да, говорится. Ну, первый пантеон. Ну, я не думаю, что кто-то будет брать на тундру пантеон, согласитесь. Ну, соседство кампусов от кампусов. Ну, может, у кого-то Канада, кстати. Вот Канада вполне может взять на тундру от священных мест. Блин, вот так много клеток захватило, и всего одна клетка с едой. Ну, я не хочу, блин, рыбы. Рыбы — это... мало еды. И леса у меня тут все чисто не на холмах, да? Холмы только здесь. Мне, наверное, медь надо будет вырубать в определенный момент. И овец явно надо будет вырубать. Тут что-то, какой-то район надо будет ставить. Вот науки нету. Вот это печаль. Науки у меня здесь нету. И не видно, где она есть. Так. Ну хорошо. Ну да, тут три. А если я все-таки так сделаю 5 ходов? Я бы вообще купил, конечно, клетку с рисом, но она сейчас дорого стоит, уже третий радиус. Ладно, давайте рыбу обрабатывать. Ну, надо, чтобы город рос. Тут как бы до 3 жителей надо просто обязательно вырасти. В принципе, тут производство и от самого города, и от овец есть. Блин, Челенин, а стратарис ты, что ли, забрал? Нет. Пипец, да? Уже 5-й ход, уже все пантеоны разбежают. Да пипец. Один я без ничего сижу, да? У меня, типа, уже 2-й ход, не могу взять пантеон.
Нормально. То есть у меня 30 веры, я уже второй ход могу взять пантеон. Нормально. Все в руинках нашли веру, я так понял. Я вообще руинку еще не нашел. Даже. Слушайте, а может там какое-нибудь ограничение? Ты до определенного хода просто нельзя взять пантеон? Нет? Наверное, нет. Да вряд ли. О, пантеон. Блин, 10 лошадей. Нафига мне 10 лошадей? Блин, и лошади вон там. Ну, как раз можно и... Вот эту клетку как раз выкупить. Норм. Так. И так делаем. Да, 3 хода, 4. Отлично. Растем. Так, что мы будем обрабатывать рабочим? Ну, оленей надо. Блин, конечно, и нефрит надо, чтобы щать. Хотя город-то больше 4 у меня слабо вырастет. Давайте, наверное, на нефрит пока забьем. Пойдем медь, оленей, лошади. Вот так сделаем. Тем более плантации мне не надо пока ускорять. Челиньо. Не жужжи нам в уши. А, блин, как раз 4 хода надо горное дело. Построится рабочий. Сделается горное дело. Так, какое-то Охотское море. Ага, тут Чукотское. Тут Охотское. Ну, прям все, да. Все русские, так сказать, места. Ну, у него, конечно, наоборот, вот этого скаута сюда, чтобы он по холмам бегал, а воина туда наверх. Потому что тут, видите, все плоское. Давайте, наверное, так и сделаем. Ну что, никто не брал, надеюсь, на тундру. Да, священные места плюс одна вера за соседние клетки тундры. Отлично. Отлично, я нашел руинку. Что ж там выпало? Правильно. 70 золота. Ничего себе. Нормально. Но это выпало 50 и 20 еще от того, что руинка. Да. Я к тому, что это как-то такое себе на самом деле. Ну, клевое начало, чё. Снять дубину можешь купить. Поднакопишь поселка. Пустыня какая-то. Блендовская. О, если блендовская, по-моему, это, по-моему, шведское название. По-моему, здесь будет Швеция, значит. Ну, вообще, конечно, расстояние между тундрой и пустыней в три клетки, это, мягко говоря... А, вот тут уже пустыня даже. Нет, тут равнина. Ну, тут как-то неинтересно города мне за Россию ставить. Хотя, конечно, надо как-то столицу защитить. Так, какие у нас там еще? Ну, лавра, понятно. Граница города решается на одну клетку каждый раз, когда применяются таланты великого человека. Это вообще зашибись. Способность. Нормально. Только открывайте свод законов. Все уже пантеоны. Ну, ты не один такой. Это жестко. Я тебе точно могу сказать. Это очень, очень жестко. Мастерство ускорен. Ускорено. Так, ну я туда пойду. Тут, кстати, хорошее место. У меня уже около 10 производства. Вопрос, тут или тут? Я бы, наверное, вот сюда поставил. Тут вообще... Вот тут место даже лучше, чем здесь. Так, горное дело. Надо ли мне гончарочку открывать? Я бы, наверное, пошел... О, мастерство просто так уже ускорено. Блин, я не успел выбрать. Ну ладно, следующим ходом. Это никак не влияет на самом деле сейчас. Хотя производство мог добавить, да, в Санкт-Петербурге. На один ход. Так, что-то этот сюда пошел по холмам бегать. Да, тут хорошее место, мне нравится. Ну,
тут вот это голый Вася, видите, просто плоская. Мы на новом мире играем, то есть тут должны быть... Ну вот видишь, что больше 4 мне без жилья просто не растет. Поэтому давайте на производство. Так, поставим. Ну, мне бы, конечно, именно тундровые клетки обрабатывать. Вот так сделаем. Потому что 3-4 веры капает. Так. Давайте удвоенные юниты разведки, что-то варваров не видно, и производство. Недостаток жилья. Давайте после горного дела, наверное, я в астрологию пойду. Хотелось бы какое-нибудь чудо найти, но что-то пока не особо находится. И руинки всего две. Ну, мне кажется, сейчас тут будут руинки какие-то. Deus Ex Mankind Divided на... распродажи. У меня есть обзор Mankind Divided. Мне понравилась игра в свое время. Она, конечно... Священ... Этот религиозный город-государство. Это как раз для России. То, что надо. Надеюсь, это Ереван будет. У него и бонусы хорошие. Вообще как-то исторично. Рядом с Россией Ереван, который подпадает влияние России. Так, значит, сначала мы обрабатываем медь. Тут мы прыгаем. Сюда. Так, здесь подходим к религиозной ГГшке. И тут холмы исследуем. Да блин, где руинки? Я же специально сюда шел как раз за ними. Интересные, конечно, руинки. Подстава. Блендовская пустыня. Блендовская. Кстати, пустыня, тут всего одна клетка. То есть такое название для пустыни, мягко говоря, притянуто за уши. Кстати, тут тоже хорошие места. Слушайте, может мне прямо вот на этой пустынной клетке и поставить город? Тут вокруг как раз норм будет. Надо сейчас решать, потому что мне вот это место не так уж и сильно нравится, чтобы прям сюда вести посело. Я бы сюда бы повел. Тем более сосед явно будет сверху. Если будет. С другой стороны, сверху клеток тундры вообще нету. О, вот и руинки. А Лукан Гетрмалку не сбивает, правильно? О, Ереван, зашибись. Причем я его не первый встретил. Кого кто не сбивает? Вулкан, геотермальное поле. Геотермальные поля нет. Блин, вот тут шикарное место, да, для города. Просто только вести сюда долго посело. Колесо ускорили. Так, начинаем, значит, обрабатывать эту клетку, да. Пытаться ли мне Артемиду угонять? Ну вот, понимаете, Артемиду я могу поставить только вот вокруг оленя, да, будет. И она не так уж и много... То есть она берет пастбище, значит, раз, два, три. Ну и все, собственно, три, если я тут поставлю. А даже если я это здесь поставлю. Ну, три. Тут не так уж и много будет от Артемиды, с одной стороны. Так, а давайте думать, куда мне священное место. Наверное, вот на этот лес, мне кажется. Там же еще какое-то чудо рядом на двух апостолов сразу. Это тоже на лес рядом со священным местом надо ставить, да? Да, можно поставить только в лесу рядом со священным местом. То есть мне вот сюда надо ставить, видимо, священное место, а вот сюда храм Махабодхи в будущем. Да, давайте так и сделаем. Священное место. Что не забыть, этот лес не вырубать. Где у нас храм Махабодхи?
Вот он. Ну, видите, сверху кто-то есть. Да, вот тут шикарное место для города. Ну, его, конечно, надо ставить не прямо сейчас. Одинаковые клетки, только это обработанная, а та нет. Блин, вот тут прохода нету, видите? Тут, конечно, может клетки есть, но из-за горы не пройти. Поэтому мне надо, видимо, после... Давайте мы мореходство начнем открывать. Хочу открыть мореходство, чтобы мои рабочие могли плавать и посмотреть, что здесь есть. Блин, я даже не знаю, куда вот мне сейчас посилы вести. С другой стороны, тут тундра. И выглядит так, что Ереван, если кто-то встретил, конечно, там кто-то сверху, но он где-то вот здесь, наверное, находится. То есть не то чтобы пустыня-то. Ну, странно, конечно, карта сгенерировалась. О, чудо, отлично. Это астрология ускорена, значит, быстрее. Отлично, 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 отлично. Я еще и первый его встретил. Скалы Дувра. Тут получается, вот проход от ко мне, вот тут кто-то встретил Ереван, ко мне по суше, тут буквально в одну клетку получается. Блин, ну походу надо все-таки сюда идти, заселять сюда, потом сюда, потому что тут нету смысла спешить в сторону соперника, он точно мне никак тут не перекроет, а мне нужны именно тундровые места. Так, давайте астрологию откроем. Три хода. Пошли лошадей обрабатывать. Так, Питер на рост. Переключаем. Так, три хода. Не хочу пока поселенцев строить таким образом. Давайте, наверное, еще одного строителя тогда. Или прачника лучше. Сомневаюсь, что мне тут сейчас будут как-то варвары мешать. Хотя территория огромная, могут появляться. Но я хочу строителя, чтобы именно сюда переплыть. То есть я сейчас обработаю лошадей. И этим, наверное, буду две рыбы обрабатывать и сюда плыть. Да. Нефрит пока. Что у меня по ресурсам? Янтарь есть. Ртуть. Шелк. Ну, в принципе, нормально. Ну, переходов, конечно, долго. Прием. Да, прием. Мы тебя слышим. Вы уже начали? Да. А может кто-нибудь стрим включить? Что за фигня? Я встретил в Шотландии шотландского разведчика, а мне не засчиталось. Как так? Оно засчитывается только, когда и он тебя встретит. В Шотландии ты будешь воровать моего посела? Ну, там так-то, да. Нации мы пали. Да, кстати, не пали нации. Все, никто не слышал про Шотландию. В Шотландии нету в игре. Про кого? Про кого? Кова? Какая Шотландия? Не слышу. Шоколадка. Точно, не договоримся, короче, я правильно понял? Тут будет священное место. У тебя просто развед, там дальше посел. Мне его сейчас назад отлать или... А, кстати, мне тут надо лес вырубить для начала. То есть мне надо будет этим... Слушайте, а я вообще могу лес вырубать? И посела. Да, могу. То есть я сейчас пойду этим рабочим сюда лес вырубать, потом ладно, только буду строить, а потом только сюда поеду. Блин, ну все, варвары. Это упорка. Ай-е-е. Что может быть лучше? Ну, на самом деле руинками можно же и поселов покупать и начать. Ереван позволяет выбирать любые прокачки апостолам.
Поэтому это просто очень, очень круто для религиозной победы. Лигурийское море. Ага, значит, ну, Блиндовская пустыня явно не к Швеции, а к России относится, а вот Лигурийское море, наверное, к Греции. Ладно, я дальше не пойду, я пойду лучше защищать. Привет, сосед. Привет. Так. Как дела? У меня отлично. Ну, я очень хочу вот сюда как-то перебраться. Там явно будет вот, дофига это руинок. Твои места? Я, ну, за эти горы, я думаю, я не претендую, в принципе. Ну, наверное, я из-за горы вышел. Что? Наверное, моя территория. Ближе ко мне. Ну, ну вот этот, вот это горы, да, наверное, твоя. Да нет, и чего мне не нужно вообще твое? Там горы и вода непроходимая. То есть ты сюда не претендуешь? Блин, я бы, конечно, вот этих овец еще обработал. У меня постоянно тут стоит рабочий, ну, житель на него, а дает минимум. Да, шикарные у меня будут эти священные места. Реально, если еще нация какая-нибудь, типа, этих Кри, да, там прям, ну, разведчики реально прокачиваются на изи. И потом приходишь с разведами на плюс 20. А, на плюс 7 даже. Вау. Норм. Норм. Нет, ты чё, они не качаются вообще нифига. У меня уже второго левела разведчики, ну, за обычную нацию. Ну, мне надо что-то еще два хода построить. Давайте, наверное, прачника. Ну, первый раз выпало то, или лучше посела, на него вырубить лес, переключить на лавру. Да, давайте так сделаем. Господи, я даже не знаю, в какую сторону посела ввести. Столько места классного. А ты никуда не веди. Подожди, пока другие придут. По-хорошему, ко мне его приведи, я его заберу. Видишь, сколько тебе насоветовали? Ха-ха-ха. Советы бывалых. Мне, ну, правда, надо сюда вот город ставить, а потом везти еще сюда. И тут бы купить, наверное... Испортили. Наверное, купить караван. Ну нету смысла спешить им сюда ставить города. Рады эти ваши красители. Видите? Вот тут кто-то есть, встретил Ереван, он ко мне вот сюда точно селится, тут просто 100%. Я еще надо вот тут исследовать, может быть, с этой стороны, но тут опять же выглядит, видите... Осуждаю. То есть я как будто на своем отдельном островке, Сити? Типа, да. Нахожусь. Да. Что в тундре поставил, гордятся выносливостью. Так, со строителя начинаем. А лавра где у нас тут? Ну вот тут на плюс 4, да. Следующая лавра. Или может с лавры начать? Давайте, наверное, начнем с лавры. Может идти сразу Привет. К тому лагерю? Заняться им. Mm. Он, конечно, меня встретил, да, сейчас пойдет встречать, сейчас будет всадников дофига. Ну, короче, можно сюда уже не перебираться. Я пойду сейчас просто тут обрабатывать mm-hmm. рыбы, потому что, ну, это будет невозможно. Единственное, меня волнует, если лагерь на побережье, то могут корабли приплывать. Это им, на которой? Да. Там 50 веры было, эти 25 не скинули. Так, ставим. Можешь деньги дать. Лавру сначала. Я объясняю, почему быстрее надо лавры именно строить. Ну, да. Мне надо каким угодно способом выйти в Золотой век и следующим ходом, в следующей эпохе за счет веры просто покупать один континент поселенцев и рабочих. Понимаете? Поэтому мне надо именно города ставить в тундре первоначально, я это потом все заселю.
и первоначально лететь... Блин, ну я не знаю. Ладно. Пойду куда-нибудь сюда. Но по Золотому веку, конечно, вопросы есть, потому что я никак не могу найти... Вон его кто-то долбит. Тут, наверное, или ГГшка, или сосед. Я никак не могу найти... Давайте, наверное, против варваров поставим. Ну, можно будет... Шесть ходов. Ну, вообще, должен успеть этот лагерь забрать. Это еще три, да? Так, тут пошли рыбы обрабатывать. Тут по побережью хочу пройтись. Дальше мастерство. И надо покупать караванчик. Боже, сколько у меня веры будет. Ты уже здесь. Плюс 7 и плюс 11, о, да? Итак, линия. Плюс 14 здорово. Вход будет. Я выйду в Золотой век, ну не знаю, ну, наверное, на 3 поселенца я вполне смогу накопить. Ну ты от этого места далеко? Так, сейчас ну, будет 4 тут, очка. Короче, горы вот эти, поэтому. 4 очка. Ну, у меня здесь ход... за лаву, ну, клеток да? 10, здесь между тобой очков. И моей стульней будет еще город стоять, он уже идет туда. Блин, мне на кого-нибудь встретить бы, что ли? Через линии сделка. Ну что там, пока убер нации нету ни у кого? Челиния. А ну, как всегда. А это убернация считается? Конечно. Если мы завезу с местом... Какая-то. Нет, если мы с местом завезу, он просто улетит. А, ну что там? Планета, да. Мали? Ну, судя по месту, ему завезло. Корея? Да не. Ну, такие... Не пытайте о, меня. Руин, отлично. Че, Караген, мы разъедемся тут? Ну, не знаю. Там лагерь стоит, вот где моя дубина, я стою от лагеря, защищаюсь. И я следующим ходом сюда, мне подойдет еще поселок. Озарение для стрельбы из лука. Это пока вряд ли. Вот смотри, я просто здесь хотел город поставить. Появилось жилье из-за ну, того, что обработано. Раз, два, три, четыре. Нет, поместится. Лошади. То есть чё, лагерь и пастбище радиус. Это по 0,5 жилья. Соответственно, их два, это плюс одно жилье. Еще сейчас две рыбы обработают, еще будет одно жилье. То есть пока жить можно. О, блин. Вот это не очень приятно, конечно. Ну, можно в Питере после поселенцев, наверное, парочку сделать этих. Блин, культуры вообще нету. Парочку прачников. Опа! На Риву жить что? Не будет. Я ее не вижу. Как... Кумаси, ее. Сейчас. И опять не я первый. Ну, то есть тут еще кто-то есть, но это ладно. Это ладно. Просто куда идти сейчас искать еще руинки, в какую сторону? Думаю, там... Ты, это метка, куда ты хочешь свой город поставить? Ты я открываю, чтобы... Нет, это я хочу гавань построить. Ну, мы там разберемся. Мне кажется, я в свой еще впихну. Плюс 15 веры вход. А? А? А кто Артемиду построил? Не знаю. Вот тут мой примерно будет. Изучение... А, это я в руинке нашел изучение. То я думаю, что-то у меня камней нету, а как я. Кумаси. Раннюю империю ускорили. Я там точно не... Знаешь, где-то вот так будет. Раген, я все-таки подумал, я, наверное, здесь город поставлю. Тут гавань на 4 будет мне. Я тот город передумал. Ну... Раз, два, вот. Три, четыре. Ну да, четыре у тебя будет клетки. Нормально. Вот у меня сейчас где поселок стоит, там я и буду. А, я вижу твои границы, Масим. Еще как раз дорога до Москвы дойдет. Точнее, она уже дошла, потому что каждый район — это дорога.
Зеба. Осталось в золотой век выйти. Так, ну если что будет не хватать... Так, сколько мне сейчас не хватает? 5 очков. То есть мне надо брать этот лагерь, и можно будет еще построить трирему. Если я заберу лагерь и построю трирему, мне этого хватит для выхода в золотой век. И а там... Что, уже построились? Да. Нифига. Так, ну я хочу здесь сюда куда-то идти. Ладно, пока сюда направлю. Там будем разбираться, куда именно. Ха, я не смогу. Навигация по звездам ускорена. А чё у тебя он это, подбитый город? Да там этот... Апеннины, неужели Рим? Дуболом просто, сидел об него, бился. Походу Рим. Он хода 4 в него жмёт. Ну, смотрите, это тоже проход в две клетки каких-то, я не знаю, то есть... Вряд ли ко мне прям кто-то так лезть будет. Нет, а чё, так, ну надо прачников. Пока. Тут... Да нет, должны убить. Должны убить. Плюс 5 тем более. Еще может встречу кого. Вот если я выйду в золотой век, это будет офигительный у меня буст за счет веры. Если я не выйду в золотой век, то куда мне эту веру девать? То есть в следующей эпохе мне распространять ее нафиг не надо. Союзить, конечно, мы будем Ереван в первую очередь. Кумаси классно, вот эти плюс две культуры за каждый специализированный, но это попозже, когда у вас реально много районов. Ну, то есть, вы понимаете, с одним районом это все плюс две культуры. И тем более надо посылать караваны в ГГшку. Да, ведь и в город-государство. А вот Ереван моим лаврам будет давать... Ну и плюс, кстати, мне надо будет театралки ставить, потому что, видите, у меня уже накапливаются великие люди. Пророка никто не поставил. Блин, тут варвары. Там лагерь. Ладно, встану. Кто-то его долбит тут. Но мне кажется, это тоже ГГшка скорее. Скорее всего. Может опять на рост переключиться. 3 хода строится, но зато... Растем быстро. Давайте лучше так. Видите, и жилья уже 6 стало, как я и говорил. То есть 2 рыбацкие лодки дали плюс 1 жилье. Так, здесь, конечно, гавань побольше, но тут можно будет треугольничек сделать. В будущем. Так, где у нас там... В теологии, да? Бонусы от соседства для священного места плюс 100%. Ну, нам, конечно, сюда надо идти. Какое-нибудь чудо мы можем создать? Ну, там уже Артемиду построили. Можно вот тут, кстати, большой бассейн. Заодно в теологии храм Махабодхи. Два посла и 2 очка дипломатической победы. Там Кумаси дерется. О, проатаковал меня малая. Умничка ты моя. Слушайте, а там синий даже еще какой-то. Вы видите? Не знаю, по-моему, я увидел синего... Атакера какого-то, надо туда сбегать глянуть.
империю. Что-нибудь будем тут менять? На строителей, наверное, надо поставить таким. Хотя тут один ход остался. Масина, а ты там... Блин. Вода у тебя есть рядом вообще? Ну, есть. Ранняя империя долго открывается. На мои-то... Мне, наверное, надо убирать плюс 5, надо поставить на всякий случай плюс 100 к созданию морских юнитов, иначе если я не выйду сейчас... Нет, я вот сейчас... как раз и спрашиваю. Я вот пока ничего не будет... внутренне. А, не, я океан вижу, кстати. Галеру океан? Даже начну уже строить. Написано Атлантический океан. Тут я сейчас апнусь просто, видите, следующую ход. А потом, ну, то есть я через ход забираю этот, если, конечно, никто не подойдет сейчас, но я контролирую, я смотрю, что тут. Если кто-то подойдет, я, наверное, все-таки заберу сразу. Но я тогда, скорее всего, дуболому потеряю, но мне лагерь нужно забирать ради очков эпохи. Да уж, тут и местность. Даже если мы с тобой бы хотели бы воевать, то мы не повоюем. Тут, да, тут что-то горы. Руинок мало, но я верю, что все руинки вот где-то здесь у меня мои находятся, то есть как-то надо в судостроение выходить и вулканы, знаешь, пытаться их войском, собирать. Два вулкана извергаются и нет. Так, да. Так, я, наверное, вот сюда вулканы, куда-то поставлю. У тебя вулканы, у меня еще и эти, как там, разливы. Теперь можно и на ресурсы. Так, не подошел никто? О, он сам ушел, зашибись. А куда дел? Подождите, а куда он делся? Прикол. Просто разведчик уже третьего левела. Да где ты их находишь-то все? Ну, руинки. Не, я понимаю, просто я вот не вижу их. Хожу тут вокруг. Поэтому ты их и не видишь. Так, ну мне еще одно очко надо будет, по-моему, два очка дается. Не, я достаточно большую территорию открыл. Хотя, если я первым построю, то, наверное... Так, ладно. Там то, что ты открыл, там уже походил он везде. Нет, там его не было. Монумент, святилище. Ну, давайте... Наверное, тоже галеру здесь. Пускай я сразу ускорю судостроение тогда двумя галерами. Правда, мало где плавать, но что поделать. Море Лаптевых. Кто находит море Лаптевых, сразу понимает, что в игре есть Россия. Я удалю эти метки, они мне уже не нужны. Мне карта понятна приблизительно. Где что. Не, могут дать 3 очка, мне кажется, если я... А если не дадут, то мне надо за 4 хода кого-то... Ну, вот кто Кумаси встретил, надо куда-то туда бежать и встречать его, значит. Боже, у меня будет 4... еще 5 ходов. То есть 75... То есть у меня будет где-то 250 веры. К началу Золотого века. Это реально 3... Нет, все, дали 3 очка, да. Первый в мире. Когда вы первая в мире цивилизация, то видите, 3 очка. Если не первая в мире, то 2 вам дадут за корабль. Так, тут, по-моему, где-то синяя ГГшка должна быть. О, границы Рима. Нет, это не Рим. Что за море? Лигурийское. Но это и не Греция. Все-таки, может, Рим, просто немножко другие цвета. Кажется, это все-таки Рим. Добрый день. Я не пойду его встречать, не хочу. Пойду сюда куда-нибудь гулять. Далеко ли ты? Просто границы вижу, отлично. Я что-то тебя не вижу. Ну, если вот лагерь считать, ты далеко? Ну, не особо. Но нормально, достаточно. Это примерно сколько лет? Ну, примерно 20. Ага, ну это дофигища.
На этом пока все. Спонсоры канала видят все серии сразу во вкладке сообщества, а для всех остальных продолжение появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!